Это у нас ЖК Магнолия. Декабрь. Вперед. Вот и внутренний двор.
воскресенье людей что-то не особо. Выходной. Что касается квартир в этих домах, однокомнатная, 44 квадрата с ремонтом, 3,5 миллиона рублей, двухкомнатная, 60 квадратов, 62, 4,5 миллиона рублей. Сам как бы живу в этом доме, знаю все плюсы и минусы. Из плюсов, конечно, существенный, что тут алкашей всяких нет, наркоманов и всякой нечисти. То есть дома новые, квартиры дорогие. То есть не все себе могут позволить тут себе что-то купить.